Да если у вас яички какие-то опухоли, да нет проблем. Есть в аптеках болеголов настойка, на спиртовом настойке. Или можете сделать сами. Ну, 50 грамм болеголова, цветки. Добавьте 40% или аптечный спирт. Пол-литра добавьте и 2 недели настойка сделайте. Готовая настойка будет вам. Настойка болеголов. Он ядовит, но по каплям он лечит. Как сделать? Как употреблять? По каплям. Первый день до еды 30 минут. На 50-100 грамм воду добавите, одну каплю, и употребляете, выпьете. А потом на второй день 2 капли. И постепенно повышаете дозу по 1 капле. Доза до 40 капли. Если у вас будет рвота, головокружение, можете остановить до 25 капли. И сразу вниз. 24, 23, понятно, да? А если у вас будет рвота, головокружение, сделайте отдых 3 дня. И попейте марганцовку. Раствор марганцовки. И 3-4 дня отдых сделайте, а потом заново этот рецепт по 1 капле до еды 30 минут. Да не бойтесь, да все будет хорошо. Понятно, да? С помощью Аллаха.